Приветствую всех любителей леса. Мы сегодня снова с вами в удивительном месте Ленинградской области. Какой красавчик! Мы все еще полны надежд. Говорушка дымчатая. Условно съедобный гриб. Какая чудесная, чудесная поляночка. Ох, симпатяги. Запах пошел грибной. Малышок. Вот такая чудесная полянка. Пока я любовалась волшебным пригорком, посмотрите, что тут у нас еще. Посмотрите, что. Ой. О. О-хо-хо-хо-хо-хо. Чудо какое. Еще одна поляночка. Пыталась разобраться, что это за гриб. Ну, вот такой он. Вот они. Какие-то рядовочки. А какие? Кто же его знает? О! Рядовка фиолетовая относится к роду говорушковых. Условно съедобный вид. А здесь снега чуть-чуть поменьше и что-то нашлось. Что это? Ох, тут целая полянка. Так. Симпатяшки. Симпатяшки. А вот еще. Ух! Отличная компания. Ой, солнышко выходит все больше. Лес укрыт снегом по-разному. Остались несобранные яблоки.
Вот и еще. Смотрите-ка. Ох, какая. Нормальненькая. Смотрите. Вот это вот. Да. Рядовочки. Смотрите, какие. Ух. Ох-хо-хо-хо-хо. И дальше. Дальше. Смотрите, сколько. Целый склад. Посмотрите. Ничего себе. Ничего себе. Ого. Вот это. Вот это попались нам. Полянище. Ух. Ух. Ах. Красавчики. И еще. Так. Ух ты, тут их целая полянка. Ты посмотри-ка. Вот это урожай. Ох-хо-хо-хо-хо. Ого. Лопушины. О. Чудо. Вот это да. Вот это Финский залив нас удивил. Всем всего доброго. До новых встреч.